Упор вновь поручает свою команду Гудичу. Норман. Оставление. Третье звено на льду Ноу Йокерита. Норман под 37-м номером. Мозес под 11-м. И Каопава под 25-м. Еще один момент. И шайба в ворота. Добивается своего Стив Мозес. Пятое набранное очко. Но Стив очень немало матчей пропустил из-за травм. Давайте смотреть. Каопава выиграл борьбу у Херсли. Доставил шайбу до партнера. Ну, а Мозес неотразимый бросок в ближнюю девятку нанес. Причем, видимо, да, очень острый угол. И вроде бы ближний угол перекрывал Гудичек, но не тут-то было. Прижал свою ловушку к штанге и не сумел ее поднять, когда того требовала ситуация.